Я Нигина Тоджибоева, приехала из солнечного Узбекистана. Учусь в Могилевском государственном университете имени Аркадия Кулешова совместно с Черчикским государственным педагогическим университетом. Здесь я научилась ценить дружбу, верить в себя, идти к поставленной цели. Белорусское образование ценится в моей стране. Вернувшись на родину, я буду рекомендовать своим близким приезжать в Беларусь для получения высшего образования. Беларусь останется в моем сердце своими добрыми людьми, интересной историей и достопримечательностями.